Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу вам ритуал, как привлечь мужчину в вашу жизнь. Так нам нужно будет необходимо идти в лес или в парк. Место должно быть нелюдное. Любой обряд не предназначен для чужих глаз. Вам необходимо найти дерево осины. До похода в лес дома повязать волосы ленту и пойти к осине. По времени это лучше делать в первой половине дня, это самое хорошее время, сразу после восхода, на, конечно, прибыльную луну, потому что мы хотим к себе привлечь мужчину. Подойдя к дереву, вы должны обратиться с такими словами: «Осинка, сестрица, прошу тебя, мое одиночество себе возьми, суженому двери ко мне отвори». С этими словами из волос достаете ленту и повязываете на дерево. Кланяетесь, разворачиваетесь и уходите, не оглядываясь. Вот такой вот простой, но очень действенный обряд. Пользуйтесь во благо. Желаю вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего в мире.